Пришла осень. Мы опять вышли с одиночными пикетами. Беспредел власти продолжается. Людей предупреждают о выселении. Клеят на двери им записки, чтобы подготовиться к выселению. Куда нас власть собирается выселять? Я собственник 10 лет квартиры, в которой проживаю. И меня пытаются выселить. Куда выселят людей, которые строили олимпийские объекты? Метро Люблино строили, а теперь их предупреждают о том, что они должны выселиться из этих домов. Куда вы нас, Сергей Семенович, хотите выселить? На свалку? Укажите адрес, мы там построим дома себе тогда. Мне больше нечего сказать. Власть, услышьте, увидите нас, в конце концов. Мы жители этого города, мы жители этой страны.